раз одним прекрасным декабрьским утром мы отправились в сторону небольшой деревеньки Романовский Ключ. Целью был каньон Медовый Лис, который располагался в нескольких километрах от этого населенного пункта. В этот день погода оказалась как нельзя кстати для пеших прогулок по лесу, а вот дорога из-за разницы температур превратилась в сплошной каток. Мы ехали медленно, но аккуратно. Добравшись до деревни Романовский Ключ, мы оставили машину и выдвинулись пешком по направлению к каньону. Главное на него спуститься без приключений. Но мы здесь первые после снегопада. Если кто-то не ходил другой дорогой. Каньон Медовый Лис. Или, как его еще называют, Плачущих душ. Где-то под ногами здесь журчит ручей. И самое главное, это в мягком снегу в него не провалиться. Потому что здесь до нас еще никто не ходил. Хрен его знает, где здесь водичка подмыла дорогу, проход, а где нет. Ну, вроде прошли. Вот он, каньончик. Красавец. Лежит нетронутый снег, и никого здесь еще не было после снегопада. Клевый? А? Клевый? Тут есть метров, наверное, 100, да? Ну, наверное, да. Так, надо как-то здесь пройти, чтобы не провалиться в воду. Где-то там под ногами вода шумит. И это очень пугает. Идешь, вроде кажется, по снегу, а под ногами вода. Вода! Под ногами вода. Ну, чуть-чуть еще пройдем. Ну давай! Не, сюда надо было идти, наверное, все-таки попозже зимой. Зачем? Ну потому что вода, видишь, ручей не замерз еще. Ты проваливаешься и прям в воду. Я вот, видишь, наступил. Казалось бы, снег, а там ручеек. Ты идешь по снегу, а под тобой журчит вода. Под тобой,
либо когда снега не было. Да вон, смотри, тут сразу вода набегает. Только если вот здесь прям, справа. Это будет у нас лавочка. Я думал, будет немножко выше. А ты думаешь, там снега меньше? Может, он там? О! Все, идем обратно. Глубина снега. До нее не холодно. Да. Температура градуса, наверное, на 3-4 ниже, чем мы шли. А я опять провалился в речку. Ну а дальше нас ждала обратная дорога и разговоры о спящих медведях. На этом все. Спасибо, что посмотрели и лайкнули ролик. Пока-пока. Thank you.